дней Великого Поста в руках искусных мастериц на свет рождалась красота чудесной росписи яиц. Во все времена яйцо считалось символом возрождения и началом новой жизни. Оно сопутствовало не только пасхальному празднику, но и множеству других ритуалов у белорусов. На праздниках при народе, если парень у девушки отнимал платочек, взамен он просил писанку. На масленицу, понравившемуся парню, в надежде на взаимность, девушка подносила волочины, несколько писанок, завязанных в платке. Возвращая платок, парень заворачивал в него деньги или подарок. Пустой платок означал, что любовь безответна. Еще одно предназначение писанки – соединять любящие сердца для продолжения рода. На свадьбе невеста подносила посаженной матери и всем гостям жениха писанку. Лентами и писанками украшали дерево жизни – свадебное вильце. Помолвленная девушка тоже приносила своему жениху волочина, куда входило не менее 30 яиц. На разделительном пояске писанки можно было встретить надпись «Дарю тому, кто дорог сердцу моему». А те женщины, у которых детей не было, в надежде скоро родить дитя, щедро раздавали писанки чужим детям. И писанка всегда была сырой. Если случалось, что яйцо разбивалось, то скорлупу измельчали и придавали земле или воде. Каждая мастерица знала порядок, с какого узора начинать писать писанки и каким узором завершать эту святую работу. Первые писанки, бесконечные и 40 лет, предназначались пчеле, и писать следовало их 9 марта. Обычно белорусы хранили окрашенное яйцо в доме от одной Пасхи до встречи другой. Писанкой никогда не поминали мертвых. Для поминовения брали крашенку. Основной цвет окрашивания яиц у белорусов – красный. На Полесье до сих пор сохранилась традиция окрашивать поминальные яйца в синий цвет. В зависимости от техники яйца можно разделить несколько видов. Крашенка – яйцо, окрашенное в один цвет. Писанка – яйцо, расписанное геометрическим или растительным орнаментом. Крапанка – пятна на фоне другого цвета. Малеванка – яйцо, раскрашенное кистью от руки. В конце 20 века, в начале 21 века белорусы превзошли своих братьев-славян в инкрустации деревянных яиц соломкой. Писанка была у всех народов символом веры. А я, купив яиц лоток, достану краски и иглу, свечу из воска, спицу, нить, начну художество творить.